В Элисте состоялось награждение лауреатов и дипломантов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и вручение почетного знака «Отличное качество». Золотой сотни лучших продуктов России в номинации «Услуги для населения» удостоились предприниматели в сфере гостеприимства и здравоохранения. А почетный знак «Отличное качество» вручили индивидуальному предпринимателю Евгению Хюсееву и представителю регионального центра спортивной подготовки сборных команд «Аэрот-Арена». По словам организаторов, главная цель конкурса – это улучшение качества узнаваемости и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Мы всех поздравляем, потому что у них очень хорошие успехи. Им дают право использовать логотип 100 лучших товаров. 2 года они могут его использовать в любых целях. Там на бланках предприятий, на сопроводительной документации, на каких-то своих буклетах. Значит, информация по предприятиям публикуется в каталоге 100 лучших товаров России, который у нас распространяется на все субъекты Российской Федерации. И также на сайте можно посмотреть 100best.ru.